Анонс и точная дата выхода 6-й серии нового комедийного сериала «Против всех». 6-я серия сериала выйдет на интернет-портале «Старт» 23 января. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Витька посадили в тюрьму, а его жену брату отдали. Кровная вражда, не лишенная материальной выгоды, набирает обороты. Не время собачиться, враг у ворот. Дед Захар хватается за ружье, а его сын за шанс вернуть свою семью. У Занозина-младшего свое противостояние в школе. Но нет не то, что оружие, даже одежды. Дед Захарь в тюрьме, а единственный ноутбук в ломбарде. И все семейство должно покинуть территорию. Но Занозиным этого мало. Они затевают ремонт, правда не у себя. В школе у Богдана своя борьба с дочерью застройщика, потому что принципами она вся в папу. Его сестренке тоже придется постараться, чтобы заболтать учительницу и не схлопотать двойку. Напомним, 6-я серия сериала выйдет на портале «Старт» 23 января. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.